душе до счастья украинцы смертные. Свободу, надежды, Савченко! 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 Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Слава! А я на Украине могу с российским флагом стоять? Можешь. Да? Незаметно. Позор российскому правосудию! Позор российскому правосудию! Позор российскому правосудию! Позор российскому правосудию! Не будет свободы, будет Майдан! Не будет свободы, будет Майдан! Не будет свободы, будет Майдан! Свободу надежды, Савченко! Свободу надежды, Савченко! Свободу надежды, Савченко! Свободу надежды, Савченко! Свободу героям Украины! Свободу героям Украины! Украина, мы с тобой! Украина, мы с тобой! Украина, мы с тобой! Украина, мы с тобой! Волю Надії! Волю Надії! Волю Надії! Волю Надії! Волю Надії! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін, освободи Надежду Савченко! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Года – это приговор для России! 22 года – это приговор для России! 22 года – это приговор для России! 22 года – это приговор для России! Виктор Капитонов и Василий Недопекин проводят акцию в поддержку Надежды Савченко. Ну, вообще-то хоть до мавзолея Ленина или до мавзолея Ленина площади. Хотя вот полицейские уже вон на нас смотрят, у них вон машина там. Ну, надеюсь, они это не обратят внимания. Мы очень уважаем людей из Украины. Мы рады, что они Виктор, мы не намерены останавливаться, даже несмотря на то, что подъехала полиция. Да.
А вас просили остановиться, вы не остановились. Что у нас там? Мы прошли как пикетирование. Соблюдаем статью 31 Конституции. Ничего, что он вдвоем. Ничего. А со статьи 31 не уточняли. На то, сколько человек должно. Вы не представились, когда мир сказали наше решение. Хотя по закону полиции вы должны представиться. Статья 5. Вы не представились, извините, пожалуйста, и сказали, на каком основании вы нас задерживаете. На основании пикетирования. Пикетирование, статья 20. У вас разрешение есть? Садитесь. Туда сворачивают флаги. Виктор, вы готовы подчиниться требованиям полиции? Скажите, зрители вас смотрят. Если сотрудники полиции покажут свое удостоверение, то может быть. Удостоверение? Вас форма не устраивает? Нет. Форму я могу и военкор. Мало того, у вас значки, кстати говоря, где-то вот их не видно. Значит, покажем. Они висят. Вы сейчас в тировании. Вы сейчас должны. Когда вы вообще есть старшина полиции Ульцев Илья Николаевич. Ай, блядь! Не понял, что ты сейчас все сопротивление. Держи. Я понял. Руку засунь. Очки подними. Подниму. Девочки. Только что в Александровском саду были задержаны Виктор Капитонов и Василий Недопекин. С вами был Градус ТВ. Мы рассмотрим события под любым градусом. Смотрите нас на просторах интернета. Не выключу. Шоу закончилось.